Они невидимы и неслышимы. Но мир переполнен ими. Люди не могут прожить без них ни дня. Они подстерегают нас повсюду. Они — главная угроза нашей цивилизации. Им покровительствуют демоны самой высокой иерархии тьмы. Сатана, Люцифер, Мамона, Левиафан, Бельфегор, Вельзевул, Асмодей. Они — это семь смертных грехов. Гнев, гордыня, алчность, зависть, уныние, чревоугодие, блуд. Для большинства людей понятие «семь смертных грехов» — только слова. Мало кто сможет перечислить их и еще меньше сказать, откуда они взялись и почему называются смертными. Эти грехи так распространены и привычны, что и грехами-то давно не считаются. Так, безобидные шалости —